Всем привет! Вы на канале Дешевый Китай. Сегодня я покажу интересную подборку с товарами для вашего автомобиля, которые могут вам пригодиться. Все ссылки на товары будут в описании под видео, а в конце ролика, как всегда, конкурс с денежным призом. Современную автохимчистку невозможно представить без целого арсенала технических средств, которые позволяют ускорить работу и повысить качество чистки. Изобретение американца Денниса Дена и его японских партнеров, аппарат под названием Торнадор, стал новым словом в сфере пневмохимчистки автомобиля. Он помогает убрать загрязнения даже в тех местах, где обычный пылеводосос просто бессилен. Торнадор работает за счет сильного потока сжатого воздуха, который под большим давлением поступает из компрессора. Внутри воронки находится тонкий шланг с микрофорсункой, который при помощи вращающего механизма движется на больших оборотах. Когда вы подносите раструб воронки к поверхности на расстоянии 1-2 см, поток воздуха приподнимает ворс и выбивает загрязнение. Разводной ключ с трещоткой размером от 6 до 22 мм. Трещотка необходима для ускорения работы с ключом, когда полностью провернуть ключ не представляется возможным. Тогда трещотка выручает, позволяя не снимать ключ с гайки после каждого движения. Рукоять удобно лежит в руке. За счет регулировки может заменить целый ряд ключей. Периодически некоторые водители сталкиваются с тем, что во время движения тот или иной автомобиль оказывается в слепой зоне, и при перестроении происходит опасная, потенциально аварийная ситуация. Для тех, кто не в курсе, слепая зона – это такая зона, в которой в боковые зеркала не видно соседей по потоку. Позаботиться о своей безопасности необходимо заранее. Чтобы избежать вышеописанных ситуаций, можно установить дополнительные зеркала, которые увеличат обзор. Очень часто в авто в результате его длительной эксплуатации появляются потертости или даже трещины на некоторых деталях интерьера. Подлокотники, обивка дверей, торпеда – это наиболее уязвимые к износу места в автомобиле. Можно в специализированных сервисах заказать перетяжку и ремонт, а можно и самому все исправить. В помощь придет самоклеящаяся эко-кожа, имеет полное визуальное сходство с натуральной кожей. Универсальный автомобильный парктроник оснащен 8 датчиками, на выбор представлено 11 цветов, чтобы можно было подобрать в цвет бампера. Парктроник имеет яркий, хорошо читаемый LED-дисплей со звуковым оповещением. Чем ближе препятствие, тем звук становится интенсивней. Данный парковочный радар облегчает парковку в ограниченном пространстве или в городе, а также помогает при движении в интенсивном городском потоке машин или в пробках водителям-новичкам. Для ценителей качественного звучания музыки производитель Джонсун предлагает универсальную двухдиновую Android-магнитолу. Имеет разрешение экрана 1024 на 600 пикселей с диагональю 7 дюймов, процессор 4-ядерный, оперативная память 1 ГБ, встроенная память 16 ГБ, операционная система 6.0, а также Wi-Fi, 3G, GPS и Bluetooth. Есть OBD-2 подключения для диагностики автомобиля и вывод информации различных датчиков. Можно просматривать фильмы, смотреть YouTube, сериалы, все что угодно. Благодаря GPS-модулю можно использовать навигацию, будь то Яндекс.Карты или Navitel. Также можно подключить телефон для разговора по громкой связи, камеру заднего вида и датчики давления в шинах. Еще особенностью таких магнитол является возможность подключения видеорегистратора. Можно приобрести скрытый видеорегистратор, который крепится за зеркалом заднего вида, и выводить изображение на эту магнитолу. Весьма полезная фишка. На выбор есть магнитола как с камерой заднего вида, так и без нее. Также можно выбрать модель с увеличенной оперативной и внутренней памятью. Держатель для мобильного телефона в виде доброго человечка со смайликом – отличный выбор, если вы любите смотреть видеоролики или проглядывать сайты, сидя в автомобиле. Держатель позволяет освободить руки, чтобы не отвлекаться от дороги. Телефон закрепляется надежно и на ямах не выпадет. Сам держатель крепится на дефлектор воздуховода. Встраиваемый светодиодный вольтметр имеет круглую форму. Шкала выполнена в виде тахометра, посередине можно увидеть показания вольтметра. Диапазон измеряемого напряжения позволяет устанавливать вольтметр на легковые автомобили, мотоциклы и так далее. Устройство не требует дополнительного питания.
Компактное, но очень удобное зеркало, благодаря которому пассажир может предварительно убедиться в безопасном открытии дверей. Подножка зеркала имеет на основании скотч, благодаря которому крепится в удобном месте салона. Само зеркало легко устанавливается на подножку, угол обзора можно выставить под себя. Зеркало также может использоваться как дополнительное, обеспечивая водителю обзор салона, не изменяя настройки основного зеркала заднего вида. Это продавец, который специализируется на автомобильных сигнализациях. Вы можете приобрести как необходимое оборудование для обеспечения безопасности своего авто, так и различные запчасти и аксессуары. В продаже есть детали для замены ЖК-дисплея, температурные сенсоры, корпуса и многое иное, а защитить брелок сигнализации от повреждений и придать ему оригинальный вид поможет широкий выбор защитных чехлов. Система без ключевого доступа и запуск двигателя кнопкой. Полностью готовый к установке комплект сигнализации с автозапуском двигателя и без ключевым доступом в автомобиль. Хотите запускать двигатель, стоящий под окном машины, прямо из квартиры? Тогда эта система то, что вам нужно. В комплекте поставляется сам модуль, кнопка старт-стоп с сине-красной подсветкой, два брелка и вся необходимая проводка. Большим плюсом будет русскоязычная инструкция, которая однозначно поможет при установке. Светодиодные габариты, которые устанавливаются в задний бампер автомобиля. Есть различные варианты под большинство марок автомобилей. Каждый фонарь содержит в себе 21 светодиод SMD и может работать в режиме как стопа, так и габарита. Поставляется в двух цветовых исполнениях – черном и красном. Установка достаточно простая, ничего колхозить не придется. Настоящим украшением долгое время считали наручные часы, да и в принципе любые часы были достоянием своего владельца. Автомобильные часы тоже могут стать отличным дополнением к интерьеру, не считая своей пользы от прямого назначения. Крепятся они или на воздуховод автомобиля, или же на торпеду с помощью двухстороннего скотча. Рамка для номера со встроенной камерой станет вам прекрасным помощником, если вы начинающий водитель, и сделает вождение автомобиля более комфортным и безопасным. Парковаться будет куда легче. Выполнена рамка из высококачественного пластика, а камера имеет изображение высокого разрешения. Практически у всех владельцев автомобилей на ключах прикреплены разнообразные брелоки. Для ценителей подобных безделушек выпущен брелок в виде автомобильного амортизатора. Представлены в нескольких вариантах цветовой гаммы. Кольцо крепления ключей изготовлено из качественной стали и будет надежно удерживать не только автомобильные ключи, но и любые другие. Очень часто владельцы автомобиля сталкиваются с проблемой неприятного запаха в своем авто. Практически все используют всяческие ароматизаторы, но они, как правило, не дают достаточного эффекта. Автомобильный освежитель воздуха с эфирным маслом прекрасно справится с подобной проблемой. Изготовлен на основе натурального эфирного масла. Есть широкий выбор ароматов. Переносной аккумуляторный прожектор с возможностью перезарядки является отличным решением как для владельцев авто, так и любителей активного отдыха. Влагоустойчивый корпус изделия изготовлен из алюминиевого сплава. Для регулировки интенсивности освещения предусмотрены три режима, а поворотная конструкция позволяет регулировать направление света. Заряжать аккумулятор можно как от бытовой электросети, так и при помощи автомобильного зарядного устройства. Если кнопки запирания дверей в вашем авто вышли из строя, либо вас просто не устраивает штатная комплектация, можно приобрести комплект кнопок в оригинальном дизайне и различных расцветках. При выборе кнопок необходимо учитывать модель эксплуатируемого вами авто. Подборка маленьких трещоток – незаменимая вещь не только при ремонте автомобиля, но и в доме любого хозяина. Маленькая трещотка под стандартные головки поможет закрутить или открутить любую гайку или болт. Инструмент изготовлен из нержавеющей стали, поэтому выглядит достаточно прочным. На выбор – трещотки с резиновой рукояткой черного, синего или красного цветов. Стоит помнить, что трещотка не предназначена для того, чтобы срывать закисшие и приржавевшие гайки. Небольшой освежитель воздуха в виде турбины, который устанавливается прямо на сопла воздуховодов в салоне. Как только вы включаете обдув, лопасти турбины начинают вращаться, что не только смотрится интересно, но и сильнее распространяет аромат по всему салону. У вас есть возможность выбрать синий, красный, черный либо серебристый ароматизатор турбину.
На этом все. А теперь конкурс. В этот раз мы разыграем 500 рублей на счет мобильного или WebMoney кошелька. Условие — подписаться на канал моего друга, ссылка будет в описании, и быть подписанным на мой канал, поставить лайк и написать любой адекватный комментарий под видео. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube-канале. Все ссылки в описании.